Здравствуй, Марина! Здравствуйте, Геннадий! Здравствуйте, и вы, наши дорогие любители мобильных развлечений. Сейчас мы поиграем в игру, которая называется The Last Vikings. Последние викинги. Тапнем по экрану. Могучий викинг. Меня послали из Асгарда. Меня послал сам Один из Асгарда, чтобы проводить тебя в... Чтобы вести тебя в это мрачное время. Ну, давай уже. Чё? Не туда свайпал. Так, в рейд, пожалуйста. Так, что делать надо? Тап. Британия. Нападаем на Британию. Землю бритов. Так, что надо делать? О, Валькирия прилетела. Так, о, гребем. Гребем. Так. Подожди, а что дальше? О, нужно гребем ловить моменты, раз, да? Да, естественно, течение ловить. Ага, круто. Атакуем! To get loot, attack ports by selecting them. Да. Так, выбрали порт, и сейчас мы его атакуем. Все жители убежали, закрылись стеной. Ну, это нормально. Это нормально. Дамажим баррикадку. Так. Все, что ли? Да. Возвращаемся с ноги. У тебя мало викингов. Ты не смог разрушить баррикаду. У тебя мало викингов. Так, и надо выбрать лут, да? Или это все, что мне выдали? Это все мне выдали. Отлично. Это все тебе выдали, да. О, боже мой, сколько дофига всего. Так, окей. Викинг Warriors 0-0-0. О, новые рекруты! Так. Ой, там котик классный. Вот этот, да? Так, подожди. Рогатый тоже здоровский. Они все клевые, и их мне всех выдали новых рекрутов. Так. Пройдена дистанция. Так. Reach target level. Ну, это experience. Экспа, да. Короче, понятно. Так. Теперь, внимание, вопрос. Как, короче, мне... Вот, апгрейд. Можно апгрейдить лодку. Так, купить. Ух ты, ничего себе. Получить ресурсы. Ну, давай. Тут тебе говорят о том, что можно строить новую лодку, либо апгрейдить текущую. Угу. Но у всех лодок есть лимит на апгрейд. О! Вот, и теперь она у тебя вмещает больше воинов. Да, это очень важно. Так, это максимальный размер для текущей лодки. И дальше, чтобы развиваться, мне уже нужно будет купить новую. Понятно. Да. Так, а чё, а какие-нибудь еще апгрейды есть тут, кроме апгрейда лодки? Угу, ну ладно. Черт, ну ладно, хорошо. В рейд! Вдвоем. А, понятно. То есть, как бы лодка определяет, ну, как, по сути, мою силу определяет лодка. В общем-то, да. Да, все ясно. Давай, так. Нападаем на Британию в очередной раз. Мы сейчас их тут так занападем. Так. И, о, Land Battle. И Sea Battle. А, сейчас ну нужно сначала баррикаду уничтожить. Все понятно. Сейчас давайте. Бой в море. О, ну-ка. Сейчас не отвлекайся сильно на то, чтобы грести, да, потому что у тебя будут подбочки. В них стрелять, чтоб они не заубили тебя. О, нифига себе! Вот это поворот, вот это я вообще не ожидал. Так, ну ладно, ох, подлецы, ушли. Блин. А, но у них уже осталось меньше хитпоинтов. Постепенно ее разрушать. Угу. О, Фиапон! Это круто. О, я нашел новое оружие. Клево. Так, окей. Ага, хорошо, новое оружие. Выбираем. У тебя кинжал, а у меня лук мне попался. Лук, наверное, тоже клево. Так. Ну, вроде все, а что, куда нажать-то? More powerful. Я говорю, я стал сильнее. Да, ты иди. О, это какой-то шаман, видишь, в шкуре волк ходит. О. Смотри, там есть здание, на котором написано Каменсун. Да. А игра тоже развивается. Да, видимо, игра еще тоже. Либо оно с левелапом каким-нибудь разанлочится. Мне кажется, может быть так. Так, ну давай, отправляемся. Кажется, что еще не прикрутили просто. Отправляемся в рейд. Может, и не прикрутили? Легко. Отправляемся в рейд. Давайте. Вот так вот.
А, так мне, в принципе, не обязательно прям так запариваться на греблю. За греблю, да. Да-да-да. Sail past the port to go southern into the world. Нет, я хочу... Подожди, так я... А как? Fire! Подожди, мне нужно прям целиться в эту хреновину, что ли? Я, короче, не доплыву так. Так как мне? Как мне туда приплыть-то? Я понять не могу. Какого фига? Что творится вообще? Потерял воина. Не, серьезно, что происходит? Феникс? Вау! Так, плывем. Феникс нам сейчас затащит. Так. Сюда, давай, давай. Еще третий раз. Давай. Опа, супер ускорение. Гребем, 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 гребем. Супер ускорение. А, реликт? Таск. Что такое вообще? Что происходит? А почему я не в тот порт приплыл? Ну это же обучение все еще идет, что ты. Да? Да. А, ну ладно. Голда, рекруты, все норм. Не, я открыл новый порт. Ну то есть это как ну, бы вот обучение, конечно, показали, но я открыл как новый открываются порт. Новые порты. Ну ладно. Так, посмотреть. Так, что тут у нас? Призрачный. Женщина. А как, а я не выбираю? Ресурс like wood and rope. А, он предлагает три типа лут-крейтов. А как мне? Ой. Царь. Ну, мне выдали крутого героя. Отлично. Свейн фор какой-то там. Вирус. Но я все бабки потратил на это дело. Ну да, но зато... А сейчас мне такие, чувак, можно, короче, по дешевке купить. Ты только задонать. Так, ладно, идите нафиг. Так, во, новый герой. Использовать его. А тебя можно использовать? Вилкоборот. А, это как бы типа как раз главный герой, понимаешь? То есть это не просто герой дополнительный, это именно что да-да-да. Главный герой. Так, можно купить чувачка. Ну, я вообще на бабах остался, поэтому как бы... Ты видел, там дракон был? Там, да, там очень круто было. Давай посмотрим, тут много кого есть. Да-да-да. Всякие, очень заманчивые силуэты. Да, да-да-да. Да, они молодцы. Я боюсь, что не могу себе позволить лодочку пока. Так, ну давай в рейд. Я хочу на первый долбанный порт напасть. В чем проблема? Вот он, ни в чем. Выбираешь вот. Его и плывешь. Давай. Ай, да как так-то? Я ж пальнул. Да что такое происходит-то? Я ж пальнул. Ну реально. Надо именно на кнопку, что ли, нажимать? Ну, видимо, да. Все, нападаем. Надо именно на кнопку нажимать, да. А, окей. Ну, хорошо, мы заатачили их, короче. Она заатачили. Она круглая, думаю, на что... ней написано так, и как не, бы ну да, я... на нее надо жать. Я что-то как-то не... Так, и чё? Опа. О, какой-то путник. Это торгаш какой-то. Да. О, он, наверное, мне просто так выдал. То есть он будет периодически приходить... 10 раз больше самого. Да-да-да, он будет периодически приходить и дарить мне подарочки. Ладно, все. Подарочки дарить. Да. Так. Давай. Британия Лэнд. Я хочу все-таки с этим парнем разобраться. Так, готовимся. О, видишь? Вот так вот. Опа! Успел. Так, двое живых. Всё, давайте мочим. Мочим. Баррикада разрушена. Мы теперь можем драться в деревне. Для специального лута. Так, ну я должен сейчас подраться в деревне. О, лучок.
Так, крит... Ну, лук-то круче, посмотри. Лук-то всяко круче. Так что тебе прям повезло с луком-то. Так, нет, сначала мы заэкипируем... Да что ты? Что ты? Да чё вы? Чё, типа, обязательно с ним поговорить, что ли? Или это просто как часть обучения? Чувак, теперь в рейд. Ну ладно, в рейд. Во! Старт. Вау. О, круть. Вау. Я думаю, что здесь то же самое нужно будет делать. Как их много высыпало. Так. Атак мультиплайер. А, ну тоже ловить. Так же, нужно нажимать. Так. Раньше времени нажал. Ну ничего. Я сначала как бы набираю атак мультиплеер. Время для первой битвы. А потом у меня замес начинается. Угу. Ну, короче, понятно. Победа зависит от этих всех параметров. Мы их взяли просто, заубивали. Опа-опа. Атаку. Скорость. Точность. Что тут самое крутое? Ну что-то я тут подкачал. Ты себе набираешь параметры? Да, я набираю всякие штуки. Видишь, я дополнительных рекрутов набираю себе сейчас. У меня больше народу стало так. Раз-раз-раз, и у меня больше народу. Ой, что-то мало их осталось у тебя. Мало, да. Штучек 5. Поэтому... не набрал рекрута. Нет, набрал. Одного рекрута взял. Вау, босс! Нифига себе! Победа! Великая победа! Find new heroes and pets. То есть только в наземных схватках можно найти новых героев и пэтов. Mm-hmm. То есть можно, в принципе, на земле воевать так как бы... Вау! Hero Эдгар Лонспер. Да, Эдгар Длинное Копье. Эдгар Длинное Копье, это понимаете? Не метафора. Да, и это не метафора. У него действительно очень длинное копье. Вот он, Эдгар Длинное Копье. Круто. И новые маленькие рекруты. Маленькие усатенькие бороды. Белочка! Так, у тебя есть... Белочка говорит мне, что у меня есть неиспользованное очки. Оружие. Да, оружие. Слушай, а мне нравится. Так, что тут? Ну еще чувачки. Вот, 20-10-40. А Эдгар что из себя представляет? Нет, бабенка-то покруче. Тут еще как-то, короче, можно фьюзить, как я погляжу. Видишь, Hero Souls, у меня какие-то души геройские. Я, короче, могу их прокачивать тут, походу. Ну, видимо, ты персонажей можешь прокачивать. Да, да. Оружие есть неиспользованное, но только одно было неиспользованное оружие. Покинуть это место. Ну давай еще в бой сходим разок. Райзи. Оп, ну-ка давай. Так, еще. Отлично. Мешок золота. Отлично, мешочек с золотишком. Так, а теперь давай. А где этот дух вот этот, вот, который там мне всякие ништяки-то предлагал? Ну, видимо, ушел пока. Видимо, да. Так, Daily Reward. О, бесплатный лут, давай сюда. Чё бы нет. Во, это ежедневное задание. Ну и, короче, как бы, да, можно... Да-да-да, ежедневные ништяки. Традиционно. Моя любимая, за то, что ты заходишь, тебя отсыпают. Вот он через отдельный пункт меню вызывается. Так, ну давай, вот чувак. Такой. Я ни один открыть не могу. У меня 13 этих серебряных монет. Увы. Да. Увы и ах. Жаль. Великая победа ждет. Давайте, это что такое интересно? Перья Феникса. Видимо, они нужны для того, чтобы вызывать его. Так, это что такое? Special Reward. И мне очень нравится, очень приятная графика тут такая. Да, о. Да, я соглашусь. Она прикольная. Так. Ну, поплыли. Давайте. Подожди, а чё же я не атаковал-то? Такой, знаешь, плыву. Ну слушай, ну я должен все-таки разломать эту дверь, короче, и разграбить их.
грабить. Это долг викинга. Это долг викинга. Мой долг как викинга грабить. Нет, не грабить, завоевывать. Ну, да. Порабощать. Прошу прощения, конечно, порабощать. Я сразу здесь. Они же не воры, они же викинги. Я такой уже сразу здесь, понимаешь? Просто. О, я с шаманчиком в этот раз был. Так. Хорошо, я разломал нафиг. Интересно, кстати, а вот нафига будет нужна вот эта вот... Наверное, какой-то крафтинг есть. Так. Почти. Почти. Уже почти. Так, а теперь что? Mighty Warrior or Viking Realm, would you like to raid the latest Vikings? Нет. Потом. Потом. Может быть. На самом деле нет. Так. Britannia Land. И теперь начинаем бой. О, менедж? Какой еще менедж? Менедж? Ну, видимо, можно заменеджить. Там ой. Всякие инвентари, все дела ой. Там. Ой. Ну я не могу заапгрейдить. То есть понятно, вот для чего нужны ресурсы, я могу тут всякие штуки апгрейдить. Окей. Вот. Бэк. И, короче, окей, побежали. Дополнительный рекрут. Точность. Атака. Рекрут. Слушай, а у меня что-то не так много рекрутов-то, как в прошлый раз было. Да-да-да. В прошлый раз у меня типа обучательные рекруты были, судя по всему. Ну да, такая обучающая была миссия. Опа! О, нифига себе! Закидал. И уже победа? Такие домики на деревьях мне нравятся. Рекруты. Как скворечники. Рек такой, yes! И атака дополнительная. Давайте, ребята, есть! Мы зато... А, черт, мы не затащим. Мне нравится, что все викинги разные. Mm-hmm. Это очень как круто. Они не толпа вот одинаковых, они прям все разные. Да, 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 они не безликие. Они именно... Ну, то есть они все равно безликие, но они, по крайней мере, разные. Очень выглядит. Красивенько так еще выглядит. Так, рекрутик. Точность. И... А, черт, зачем? Я что же я сделал-то так? Ладно. Ой. Давайте, давайте. Вот это уже прям вот это опасно. Сложно было. Да, трое вас осталось. Чуть больше. Давай, нет, не успел. Ладно, так вот, так вот. Хорошо. Фух. Босс. Давайте, пацаны. Есть победа. Затащили. Отлично. Кто викинги? Кто викинги? Мы викинги. Все. Затащил. Отлично. Новые рекруты. О, новый. Можно им даже имена рек... давать. Реально? А, в смысле, не, так, для думаю, себя, да? Так, для себя, да. Так, я назову его Бобом. Все. Собственно, еще раз, как эта игра называется? Черт, я забыл. Last Vikings. Last Vikings. Отличная игра. Отличная игра Last Vikings. Если, ребят, вас заинтересовало, то проходите по ссылочке. Совершенно бесплатная. Клевая. Я даже буду играть, поставлю на мобилку.